Буэнос диэс, братва. Ядерно рассыпнув заряд вашего экрана, это значит, что у нас третья серия Амнезии. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и попиздавали-ка мы, наверное, в гостиную. А для этого нужно подняться на второй уровень. И сразу же флешбэк. Дневник пропал. На кой черт он понадобился? Да уж, мать твою. 2 июля 1839 год. Французы немедленно отправили... О, ништяк. Да. Голубое сияние. Ломик. А нахуя мне ломик? 3 июля, 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал. Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало... Не понимаю, как такое возможно. А, еще флешбэк вьетнамский. Ты мучаешься от кошмаров, да? Не могу избавиться от них. Снятся каждую ночь. Они пройдут, вот увидишь. Так, где-то здесь я должен найти два огнива. Одно достал, допустим. А вот где второе? Так, я точно помню, что здесь была настойка опия. И огниво, которое мы только что подняли. Нет, нихуя. Это же боковая комната, верно? Записка. И два огнива. Судя по карте. Я просто очень хочу ачивку. Я, сука, все здесь излазаю. Окнам, по-моему, вообще насрать. Да где же, сука, второе огниво? Не могло же оно оказаться на шкафу, блядь.
Неа. Ага. Мазло. Кролик нахуй. А, точно. Так, блядь, сидим, не палимся. Уполз говно. Слава богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой. Так. А их тут сам всего две было. Мясо! Кабинет. А здесь немножко поебануто. Здесь мы первый последний раз выйдем на улицу. А, сука. Ноги затекают. Что не очень удобно сел. Так. Где-то тут записка. Тут лежат два огнива. Так, одно увидел. Да второе. А, вот и бомбер.
ужас. Что-нибудь подсказывает, что это все-таки адреналин. Посмотрим, что можно с тебя взять. Грязновато. Нужно было наточить его. Я чувствую его. Вещество тут есть. О, а вот и сам барон. Эдгар, если немножко похерить рассудок. О, получится вот так. Так, теперь что мы делаем? Тут все просрано, завалено камнями. Серьезно, надо найти что-нибудь тяжелое, чтобы хуйнуть в окно. Я предпочту стул. Зато съебался. Зато из замка упиздил. Хуль там елками качаешь, тварь. Мясо. Замок весь покрыт мясом, что? Да ну нахуй. Кассета. Вверх 8 и вниз 8. Так, отсюда мы можем выходить. Хуяк. Так, 15 минут. Вроде как все по нормативу. О, фонтан уже покраснел. Так, это дорога в хранилище, это не то. Мне в машинное отделение. Значит, это где-то рядом с лифтом. А, точнее.
хуяк. Ёпте. Депо. Так, и сразу же в эту сторону. Ага. Так, теперь где-то тут была панель управления, нет? Это июля 1839. Профессор Тейлор с исторического факультета был очень любезен и много. Уходя из университета, я услышал ужасную новость. Так, а у шестерням зачем-то еще понадобится, я так подозреваю. Так, круть-верть тут не сделаешь. Так, стержни я запилил. Так, две записки собрал. Пейстерню забрал. Там где-то в том углу две трутницы было. Наверняка в сундуке. И точно. Отсюда можно уябывать. Далеко не пришлось ползать. Однако сегодня я получил письмо, не похожее на остальные. Оно было от прусского барона. Он не писал о легендах и жрецах в подземных храмах. Ничего такого. Письмо было коротким. Защитить меня от чего? Я что, в опасности? Я посмотрел, где находится Бранденбург. В лесах Пруссии. Написав это, я вспомнил о своих кошмарах, в которых меня зовет какой-то жук. Значит так, блядь. Сколько там, три куска надо вроде забросить. Так. Теперь же надо посадить на место шестерни. Третья шестеренка.
не пускают. А, точно, регулировка давления. Значит, придется подниматься. Этот, конечно, стимпанк. Июля 1839 год. Как же я сразу не понял. Они все мертвы. У меня нет выбора. Придется довериться. Так, 8 вверх, 8 вниз. Что, теперь типа можно запускаться? Ништяк. Опять мясо. Блять. Мясо еще и кусается. Тус. Ты ж ты ебаная. Да сколько ж меня можно хуярить-то, а? Я весь в этом чмище. Ёпта. Нихуя себе. Нихуя себе. Что за хуйня? Мясо. Хуяк. Все, пизда мне.
Охуенчик. Я еще только в местной тюрячке не был. Идем, нам сюда. Что это было? Прости, я должен был предупредить тебя. Как барон, я отвечаю за содержание преступников в тюрьме. У вас там настоящие темницы? Конечно. Пойдем, не стой на месте. Так, блядь. Чего, блядь. Ой, одна вспышечка. Кажется, там появился монстр. Даже странновато, что тут чисто. Так, отсюда он вроде бы ушел.
масло. Дена, куда она делась? Не скажу. Ничего не скажу. Ты только все усложняешь. Послушай, маленькой девочке здесь не место. Она может попасть в беду. Кто знает, какие ужасы скрываются там, внизу. Так, дозаправочка. Вроде ушло. Огниво собираем, дальше не ушел. Огниво опиум. Не, это пизда. Да ну нахуй. О, сука. Откуда он там взялся вообще? В смысле, блять, он исчез? Как нахуй? А, типа игра мне помогает? Я чё-то хуй понял. Так, вот теперь в южном крыле я обобрал всё.
нос чешется. Пить буду. Мама, но я не хочу уходить без тебя. Беги, дитя мое. Ты должна бежать. Найди провожатого Габриэля. Пусть вызовет людей короля. Нет, мы убежим вместе. Пожалуйста, у меня нет времени расширить дыру. Но... Кто-то идет. Торопись. Я прикрою дыру кроватью. Все будет хорошо. Я обещаю. Як? Да ну нахер. Каюсь, небольшая техническая заминка. Ну, получается так, что хронометража нам вот в аккурат. Сейчас мы выползли в северное крыло тюрячки. Вот тут. Ну, собственно, с этой точки мы и продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. До встречи.